Историю одной газетной статьи решили показать детям в театре Станиславского. В основу спектакля лег сюжет немецких сказочников «Братьев Гримм». Что увидели зрители, знает Антон Александров. Почти месяц ушел на подготовку этой постановки к показу. Сюжет спектакля просто и доступно объясняет зрителям, что не стоит быть высокомерным и брать чужое. Героев в постановке всего 4. Заяц, кукушка и 2 ежа. Ну, люди на морковку. Саша, не поливай. Поборы. Целое лето ухаживали. Вот и пришел и заданил. Без всякого разрешения. Зазнавшегося зайца лихо проучили смекалистые ежи. Спектакль «Хитрый урок» поставлен по пьесе российского драматурга Михаила Кученкова и является современной инсценировкой сказки «Братьев Гримм». Несет в себе, во-первых, добро, во-вторых, что учит тому, что надо быть внимательным друг к другу, не надо зазнаваться, не надо оскорблять друг друга. Константин Снегирев – сам актер театра Станиславского и студент режиссерского факультета. Именно поэтому он решил поставить спектакль в родном театре. Премьера назначена уже на это воскресенье, 5 февраля. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Данил Заславский, 5 канал.